День выборов мы обеспечиваем порядок на 296 избирательных участках. Вот. Переходим на усиленное несение службы. Весь личный состав гарнизона, также приданные силы – это школа милиции, курсанты, громадские формования и другие помощники. Берем под охрану избирательные участки во время привоза бюллетеней, вот, и круглосуточно обеспечиваем их охрану. Во время выборов на каждом участке будет по одному сотруднику милиции, согласно закону. Согласно закону, работники милиции в избирательный процесс не втручаются, только реагируют на нарушение общественного порядка. Несем службу до подсчета голосов, затем сопровождаем бюллетени на окружные комиссии, пока не будут они отправлены в город Киев. Ну, что хотелось бы отметить, какие-то особенности этого избирательного процесса в сравнении с выборами президента, то, к сожалению, за последнюю неделю ситуация немного обострилась. Мы имеем факты повреждения имущества, это поджог офиса, два злоумышленника участвовали в этом. Имеем факт взрыва взрывного устройства, больше 26 фактов порчи имущества. Каждый день поступают сигналы мне лично на телефон о том, что в процесс избирательный втручаются посторонние лица с угрозами. Могу отметить, что на сегодня, да, действительно, эта кампания избирательная гораздо проходит жестче, чем президентская кампания.